Так, время 5 утра. Давно забытые чувства ранних подъемов. Пока ничего не происходит. Вообще прикольно, то, что ты выходишь из арки и вот так сразу такая площадь большая. Я не ела. Ты не поешь. Идем в гостиницу оставить багаж. По навигатору написано 800 метров, но с нашим огромным чемоданом эти 800 метров ощущается как 20 километров. Магазины, музей Яндекс. Пойдем посмотрим, что там. Настя. Можно было не уменьшать. У нас на даче такая была. Размерата. Вкусно пахнет хренью. Да. В Питере пить с кофе. Я, наверное, никогда не была наверху. Чувствуешь, да? Соленый запах моря. Давно забытый. Креветочек захотелось. 4 года назад. Да, это креветочек. Конец хотел на море съездить. Ну и здесь купаться. Это я всегда хочу. Невские ворота, то есть сюда должны были причаливать. Выйти вот сюда. Это ветер. Это... Выяснилось, что по вторникам выходной день.
Поэтому сегодня мы сюда не попали. Кстати, здесь можно было бы перелезть, конечно. И вот туда. Но, боюсь, нас сосурится, потом поймает с тобой. Преображенский собор. А, это пушки, прикинь, я только что понял. Это пушки, которые стоят, ну, дулом вниз, получается. Вот, вот эти штуки, это пушки. Теперь осталось найти кофе и дойти заселиться уже наконец, пока нас не выгнали. Молоко, молоко найти. Так, мы дошли до площади Восстания. Это был конец маршрута номер один. Нам все очень понравилось. Тут сразу. Все удобства. Лучше не заходить. Такая кухонка небольшая, со всеми делами. Огнетушитель есть, то, что надо для бунта. Чай в коридоре, кофемашина даже зерна даже есть уже. Шкафчик с подсветочкой. Окна выходят на Конную улицу. Столик знакомый, языки. И, собственно, та-дам. Так, ну, короче, на второй подход на погулок. На третий раз сзади мы идем по этой улице. На первый раз мы идем спокойно. Просто идем и наслаждаемся видом. Зашли, короче, за шаверной во вьетнамскую кафеку. Немножко странно, что мы решили поесть шаурму вьетнамскую. Шаверма, слушай, не подлинность. Е-мое. Настя взяла с язык силы закрученный шаурму район. Вьетнамский шаурму. Пол 11. Ну еще не. Приятно вырезал, а? Дошли, короче, до гуляльной улицы, но тут что-то вообще прям не гуляется как. Ни тебе огоньков, пустота, непонятно, короче. Светский стол. Светский стол. Вот. Стейк за 21 тысячу, рибай за 13 тысяч. Ну, так тут вообще все выглядит. Неплохо так, неплохо. Полезно.
конечно, везение у нас пересадили на другой корабль, потому что тот что-то не наваливал вообще. И этот выглядит поновее, и возможно на нем уже у нас получится все-таки до Петергофа доплыть. Но вообще интересно было пересадить в открытом море. Я пошла обратно, я не успела. Я не на ту кнопку нажала. Давай, иди. Все дорого, богато и на солнце переливается. Рада ты дальше будешь. Да. Как тебе не догадалась платье по свадебное событие, а? Смотри, какой ниндзя. Хая! Сюрикена в игре. Это все потому, что они конус вставили в трубу. И вот маленький расход воды, а зато 30 сантиметров в диаметре. Ваня, наша регулярная рубрика «Спуска по ступенькам». Без этого не обходится вообще. Душу мою ранили. Вышли из Петергофа. Пойдем. Прекрасно, Петергоф. Прекрасно, Петергоф. Вон он там сзади что. И дам хлопнуть немножко пончиков на дорожечку. Или пончиков или как их еще называют? Пышечек. Простите.
Короче, доехали на каршере из Петергофа. Пока старая Голландия закрыта, мы тут подкатываем в новую Голландию. Мы ставили велик, что типа и все, и Голландия теперь. Вот как выглядит детская площадка нормально, без пластика цветного. Вот это прикольно, тут бы я сам бы полазил. Прям как хомячки бегаю. Песочница прудик и прудик в острове, а остров в городе. Прям прудик Кощеюшка. Да. Я проснулась. Где я? Что со мной? Убейте меня. Не прыгай. Новый день, Настя, новых педалей. Огромная плюха пуэра. Горизонтальные линии должны клонить до. Нет, они так как раз показывают достаток, что они такие широкие. Настя рассказывает, почему это Марсово поле. Не на камеру. Ну ладно, потом мне расскажешь. Петропавловская крепость. Залетаем, прям уже залетаем, уже прям скоро, потому что будут бомбить. Что мы спешим, летим. У них какие-то лица отфотошопленные прям. Не верю. Я что-то не вижу, чтобы кто-то что-то спрашивал. Давай попробуем туда подняться на балкончик, а тут все равно поприкольнее будет. Давай куда смотреть? Вот туда. Обдало звуковой. Да, Настя? Да. И даже нормально. Питерский кот. Питерский кот. Тишина и безмятежность. Так создается фотоконтент. Давай, генери, Настя. Спасибо. Где соус Кемаля?
А, вот он, под бумажечкой. Опа. А это с орехом соус. Продолжаем завершать незавершенные дела. Следующая у нас смотровая колоннада на Исаакиевском соборе. Якубович, думаешь? Узнаем. Это Ян Собеский, поиски коров. Он поляк, похож. Тюльпанишни. Рекой дерево высокое. Время пора уже. Шаурма есть? Там закат. Время шаурмы. Смотри-ка, оно еще и на роликах. Обалдеть. Иоанна Богослова.
юным героем обороны Ленинграда. Стоит буквально отойти пару кварталов от Невского, и уже начинаются обшарпанные дома. Трубы идут отсюда, от ТЭЦ, походу, и куда-то он сюда. Далеко в центр. И непонятно вообще, это когда-нибудь куда-нибудь уберется или нет. Но так все выглядит, как будто нет. Это наш Навальный. Как выглядит химера. Вот они. Я же говорю, это как плюс не понимаю. Отлично сработано. Вот это вообще супер странно, у меня кого-то голова приделана не в ту сторону. А это из телепузика, собственно. Здрасте, мистер Рудко. Ладно. Ну что? Все похоже на огромный тангар, типа. Ты выходишь из дворца, и везде деревья расположены таким образом, что падает тень, поэтому становится очень прохладно. Ничего такого, то есть.
Но мы идем по широкой улице, которая не очень широкая, она называется Швов. И это не медведка. И это не медведка. Гора с этой таблички «Пирожки как дома». Я все думал, у меня дома нет пирожков, наверное. И грибную аптеку, и там Настя сказала, сидят друиды. Так что кто захочет за грибами. Ты какие милашки. Пятый день в Питере, можно и теперь до Дворцовой площади дойти наконец-то. Тут я еще не был. Было похоже, что это лепнина, а это роскошь. Ой, какие виды отсюда классные. Thank you.
дом городских учреждений, атмосферный. Просто взяли, завернули все. Ну да. Это у меня такой сборник умных слов всяких разных. Ну, по отдельности, да, если все вместе, не очень. Попали мы, попали в Юсуповский сад. Это внутренняя вода. Машины надо ставить на тротуаре, как на знак. А если они поставят на тротуар, то... Thank you.